Можно сделать легче, я могу встать слева, а ты будешь справа. Какая разница, тут не изменится. У меня ревностный, у меня бабл, я там не сдохну. Ты взорвал и беги к рейду, у тебя заход. Кинут ходки. А там перед... Там же промежутки взрывов. Типа я на первый, встать, ладно? Клык там юзай, я не знаю, ШВ очередной. Там, я да, используем. Че, у тебя клык есть же? Откуда у меня есть? Вы мне дали его? Вставалки тратить не надо, сейчас придут рез. Редвар, будешь, короче, справа, я буду с левой стороны. А какая разница, что слева, что справа? Типа я второй буду взрывать, да? Можешь взрывать первый. Но это сразу делать. Тебе просто справа ближе до рейда бежать. Наверное, тебе легче будет, Вага, две шли. Первую и третью. Я так и делаю, Дева. Ну, вот. Хороший пул был. На первой перефазе очень повезло то, что два взрыва пережили в луже и на третий побежали. Это было очень правильно. Потому что тогда рейд не сильно пробило, мы все смогли добежать. Я через пул релогнусь, посмотрю премиум, пришел или нет. Включи на баф пул. Жена, ничего не хватает. Прием. На второй ручей его не будет от ГП. Повторный ручей. Я ж правильно понял, что первый в центр побежит, потому что будем ближе к центру бить. Да. Ну все, РТД, давайте поближе. Чилы, РДД. Не забудь обновить сопрот. Там вроде релогался кто-то писал. Все прожали готовность. Хирс писал. Факеры, которые возле входа, в чем слушать? Сказали, как в прошлый раз, но меня не было. Вот это было плохо. Да, это было плохо.
Взрывайте, взрывайте себя. Сейчас дойдет. Ложимся. Рупа, где ты был? Ты же видишь, я не успеваю добежать. Надо напомнить всем, как было в прошлый раз, как я понимаю. Да, напомни, потому что меня не было. Там хлопали первый, центральную и боковую сферу. Если кто забыл. Кто-то забыл, наверное, да? Дай ассиста вагона выйду. На второй фазе типа слева, центрально, а потом правую, да? Смотри, первое, у босса три подзарядки до фазы. Первую подзарядку нужно, чтобы он зарядился на центральном. Тебе сейчас надо было просто лопнуть центральную сферу и все. Реллы, релогнуться можно, нет? Логусь. Вот звездочки, рейд в печеньке. Взрывается центральная и правая, левая остается, так как она дальше всего от рейда. Будет идти и дебаф спадет. А, серьезно меня? Это до первой перезарядки. На второй перезарядке все как обычно. Давай я вагу слева, так уж ты не успеешь. Прямо и справа. Слева последняя. Встань сейчас справа, я взорву в центре, ты справа, а потом я уйду налево. Ты без хила, ты как убежишь? Блять, я сам могу хилиться. Будет на центре прям рядом с другими танками. У меня если хилка кританет, 20 тысяч хп я себе поднял, я не умру там. Вот где крестик, это центральная хуйня, откуда сфера выходит. Туда нужно, чтобы босс на первой подзарядке пошел. Чтобы у нас не было, типа, на последнюю подзарядку он идет, и через босса сфера летит, и ее хлопает кто-то лбом своим. Не премиум не приходит, что за беда? Вот, получается, сейчас кто? Вага на крестике, а Редвар на квадрате, правильно? Да, Редвар в квадрате стоит. Ну вот. Это первая подзарядка. После первой вы также... Ты на черепок, а он на квадратике. И центральную третью хлопать уже, когда два стака спадет. Так, а Редди начинает. Ну, мы же только что же видели. Я... Извините, я релогалась. Ладно, я подстроюсь под толпу. Чай не глупая. На бафу был. Даркс чего не хватает. Портал прокликайте. Еще раз рычи на пул. Анкил. Элбрил. Малой на тебе.
пускай этот. Сейчас там выйду. Это хильд. Следующий коллап. Фу, на пулы на кого-то. Я отдался. Капли есть коллап? Давал. Готовьтесь, как падает сейчас бежать. Следующая луна. Побежали, как падает. Все на пулу на луне сейчас. Элбрилы. Ой, да. Следующий кто? Коват. Алоэ, сколько у тебя так? 10 секунд. Давай я заберу. На пулы в алоэ. Да, сейчас ты. 5. Не напуливайте, он все так заберет. Капля есть. Давай, капля. У меня скиллы не жмут. Алоэ. Ну что, забрал. Я лагаю. Побежали. Ничего беги. На Монорота сейчас. Кавата может. А, у тебя один стак? Ну да. Давайте на кавата. Ну что вы там рядом? После коллапса на Монорота. У меня все хорошо, как не давайте. Монорот. Пушкашка. Может, ты уже ходить ревнус не ушел. Чек купол, там у себя. Бля. Тебе дал эту хуйню. Сейчас на бой до пути. Можно на ой. 5 секунд, так. Я
фаза побежали. По Эльбрилу. Да беги, он за тобой побежит. Так, сейчас алоэ на алоэ. Скажите. Выше, выше, подними ко входу. Сейчас. Скажи. Живые. Блять. Зубы есть, Элбер? Я напою на алоэ. Габля. Давай. Габля. А, все, нормально. Капля отдал. Алоэ, стопы, монород или товар? Да, да, я уже стоп. Плохо две сферы одновременно взорвали тебя, пожалуйста, именно по одной. Нам культи на монорота. Лага, будет время, можешь панели с... Не будет. Панели. Очень хуёво взрывает. Армин. Взрывать некому сферы теперь. Нам, наверное, на второй фазе надо вообще всем в мили вставать. А потому что мили говорю, тоже прошивает. Да. Я всегда говорю, по жопу встаньте. Что-то как-то не так. Не, сейчас сдохли. Две подряд, просто две подряд. Предпоследнюю я взорвал не две подряд, я выжил 3 секунды прежде чем. Сейчас я просто сдох вообще от твоей зоны. Ну, Редвар, допустим, тоже сдох, у него был просажен, и он не подбежал к нам, чтобы его прохилить, и сразу пошел взрывать сферу. Логично, что он сдох. У тебя нет? Вообще-то я подбегал, блядь. Ну вот, я из центра тебя не доставала. Извини. Могу я похлоп. Получается, просто на последней фазе это очень много урона. Взрыв одной сферы, топот робота и взрыв второй сферы. Не-не-не, а сейчас там два танка сдохли, да, типа на взрыве двух сфер? Да, именно два танка, которые взрыве, потом мы уже все. Эбрио, а если ты туда это как его колодец поставишь, и хоть колодцем там хилить с воду, блядь? Нет, в холике. Чё, седьмой хил, чё шо? Не надо. Ну хилы как вам надо? Хил седьмой или танки пожирнее, чё надо? Я говорю, если бы вот я до Редвара достала, я не видела провагу. Редвар просто, он долго бегал, там, я не знаю, у него сколько было, 10% КП, и он пошел новую сферу взрывать. Провагу я не видел. Просто когда от взрыва взрывается человек, это ваншот, это не хилится. Это просто у него фул ХП уходит за все взрывы. Просто 2-3 человека отпало за вот за 2 взрыва. Просто за то, Вась, просто за то время, пока они подбегают к нам, и мы их захиливаем, в это время мы захиливаем рейд. Правильно. Ну как бы они сами себе дают время. Слышишь, вот. Редвар, у тебя есть ключ за ОД? Поэтому промежуток между взрывами, пожалуйста. Иди купи ключик больше. Вместо этого говна одень, оно тебе здесь не надо. Тебе нужен ключ. У меня нету. Я тебе говорю, иди за 9000 ОД, купи ключ. Купи его. Нету ОД. Да как нету-то, блядь? Пиздец. Сливаю, потому что... Зачем ты сливаешь, блядь? Ты энчантер? Ты понимаешь, что тут монета до пизды вообще? Она вообще до пизды. Кольцо за чарь второе. Блять, я в курсе, я прекрасно понимаю, что здесь нахуй монета, блять, ни о чем. Поменяйте. У тебя что, на ХП ничего нету другого? Нету, блять. Тебе еще раз повторить. Накопи ОД 9000, купи ключ себе, пока клыка нету. Не ругайте, мальчики. Хорошо, я пойду воет копить. Ты меня заменишь?
Не, я говорю на будущее, накопи, купи ключ за 9000. Чарку можно на голову менять здесь смело на этого босса. Просто хп важен. Ну, на сопрот от тайной магии, плюс колечко зачем. Тоже какой-никакой выживаемости добавить. Энджи, у тебя что там по тринькам на танка? Клык, ключ есть? Ну, с Энджи мы нормально хлопали, хорошо. Энджи, ты тут? Энджи. А, блять, он АФК написал. Сейчас у него почекаем, какие трини, может он получше будет. Ну, мы в прошлый раз с ним, наверное, взрывали. Там важно очень вот эту прожимку нажать, да и хп там надо нормально. Те 2000 хп не лишние будут. Просто, ребята, те, которые хлопают, по фреймам смотрите. Если хотя бы половина хп есть у рейда, взрывайте спокойно. Если нету половины хп, подождите немножко, пару секунд. У меня все фреймы стоят, это во-первых, я прекрасно вижу. Во-вторых, я отсюда убегаю с фул хп, блять, прибегаю нахуй. Грубо говоря, блядь, с 5к нахуй хп. Ты понимаешь? Да. По-моему, ты нихуя не понимаешь. Встань на босса, воид нормально набирает. Я буду хлопать. Я две сферы лопал под прожимками и прибегал на 60%. Блядь, я не знаю, что у него по резист. У него, во-первых, резиста нихуя нет, чтобы на босса вставать. А скажите, какой мейнспек у Редвара? Да-да. Теперь уже ДД, да? Да, можете продолжать. Мосса. И если вы сейчас будете отдавать Т5 кому-то еще, и они мне на успех, то я буду лив. Мосса, ну что началось? Началось с того, что я сейчас я объясню. Вот сейчас Редвар агрится, но на самом деле Редвар не прав, потому что у него был мейнспек танк, и почему он у него не готов? Почему он бегает с вонючим этим тринькой на уклон, и у него нет тринки за ОД элементарной? Я даже прочаренный. Не ругайтесь, давайте босса Я поменял спек. Я забрал один ебучий щит, и тот и нахуй поносил, блядь, целую неделю. Да, тихо, Энджи тут. Все, потом посмотреть, да, ребята. Т5, 4 штуки. А что было бы, если я забрал бы треню? Это прекращайте, блядь, целый месяц нахуй поносил бы. Мосса, посмотри его приор и возьми скин себе спек. Вага, давай ему ты раздавай. Поменяй спек. Блять, надо. Говорю же, после рейда. Неужели непонятно? Энджи, ты тут? По телефону говорил. Энджи, ты тут? Если я поменяю спек, то я буду в нем и ходить. Меняй. Блять, я что, не хочу? В чем твои проблемы? Мальчики. Да, после РТ вся эта хуйня. Альт F4, ты здесь, в Дискорде? Для Тензи что-то тут долго нет. Уже не пару минут, 5 минут прошло. Если мы кого-то ждем, я бы тоже отошла. Так у нас на замене 8 человек сидят. Дело в том, что нам танк нужен. Нам надо, да, чтобы Энджи был в танке, взять Альт F4. Энджи, ты в бассе. У меня есть ключ, может я повзрываю? Сейчас, подожди. Энджи, какие спектры с танка, покажи шмот. Тринки на танка, ключ-клык есть у тебя? Я представляю эту картину. Серёж, не надо. Энджи, спекайся в танка. Ну, даже у хила есть ключ тринька, ну в чем проблема? А зачем? Зачем он у тебя? Давай, будешь в танке. Просто на ПВП бегал и одевал. Отдайте портал Редвару. Энджи, ты слева, как в прошлый раз, я справа. Суманите Альт F4. Что на полу, да? Дайте теперь ману отрекините, стакала. То, что первый в крестике, там скажи ему, что хлопаем. Или ты там сам в крестике.
А он на прошлом убийстве же был, он помнит. Он справа, да, в квадрате? Энжи раз уже хлопал, вы не помните? Энжи все знает. Он пишет, что центрально он хлопнет. Он имеет в виду потом. Ищите рыбу. А где сядь? Сумоните сядем. Ключ. Я теперь этого не забуду. Вы ему сказали, что 150 усилков? Нет, походу. У него хп нет. Аль, ты в 4 в 10? Меня еще сумните, пожалуйста. Сразу. А он что, сурф или кто? Я смотрю, у него... Сурф. Сурф? Да. Он может лучше Настю в ДЦ, а меня в холик, а всем хиловый на изи. Сейчас ласт пул сделаем так, и тогда уже беремся. И сесть по мане, да? Супер. Нет, три приставы там не сядет никак. Три гибна. Ага. Три гибна, три пожалуйста. Друидов прилично тоже. Давайте, давайте, быстрее оживайте уже. Время. Полтора часа осталось. Дайте футбол. Лапка. Стопа. На, рыбу ешь. Край. Сопрот не забудь выпить. Продайте сопрот кто-нибудь. Троид. Короче, на баф. Авар может кликнуть на АП? На ХП. Ой, на ХП, да. Нормально, сотни есть. Ему проще будет выживать. Петобаф. Сбегайтесь, орда про танка для сбить. Ребят, выпейте сопрот. Пульте на алоэ. Давайте героя ставим на последнюю фазу. Отойди, кот. Кот, отойди. Даркет скинь. Сильно наковато. Сейчас чуть-чуть я там. Через всю комнату бежим.
ладно, следующий. Порешал Розария, шириной назик. Дальше на Монорота. Побежали. Маковато на поле. Сейчас на перебежке, когда будем подбегать, я и на раздам темп поставить. Кто тут сбивает виск? Беги, Войт. По темпам только у Кирса. Да. Когда прибежим туда. Маковато на. Давай мне эту хуйню, скидывай мне. Скават, давай. Есть? Отдал. Да, отдал. Не знаю, что закончилось. Камень сейчас встану. Не надо на ДД, пускай стопает, пятится в кошечку. Взорвите стеров, пожалуйста. Она дойдет сейчас дрейдом, взорвите. Алло, ДД. На пол дайте. Сейчас. Монорота дать. Войс набираешь? Угу. Можешь отдать по монороту, полез. Ой, по Зануэна. Дефенс. Монород. Фаза, фаза. Беги, Алоэ. Монород, беги. Так. Сейчас поставят милизону все. Мордой ко входу. Мелизоны все. Ребят, РДД, мелизоны. На кого-то ты? Сейчас сорвешь. Идеально.
Никто не бей, и все. Котика покатится. На алоэ пути. Саль. Хиль помогает. Кто следующий, монород? Алоэ. Алоэ. Когда? Сейчас? Да. Пульте данными. Чешки там есть у кого-нибудь? Сдайте как чешки. На пульте. Блин, на хп. Монорота. Нахит. Шторм, да. Да я не бью, как забрал сразу. Полугимны на хп остались. Неликс, аккуратно. Неликс, стопай, сдохни. Дайте на монорота еще на пол. На монорота на пол. Все, все, забрал. Дальше в коллапе. Неликс, дай гимн на хп. Я лагаю. Напиши, что ему кто-то стопает. Он не слышит. Сорвет, блядь, ГП получить. Ну, бьет рейд, если сорвет. Не сам сдохнет, а рейд убьет. Блин, ты что, зубы, ник, говорите на кого? Ну, надо стопнет. Согнет. Блядь, да ебаный. 4 секунды. Я стак поймал. На полы Войда. Нет, сразу туда. Кулак, кстати, повара, дайте. Чешку отдал. Окей. Купол есть? Народ следующий. Купол есть, Серега? Копился, ну или нет? Давай, давай. Сейчас прям вот. Уже надо, уже надо. Хорош. Опа, класс. Упал. Войд на тебя. Весить его. Блять. Монород следует. Остался монород и алоэ. Дайте Геру. Подожди еще 50 секунд. Точнее, встаньте. Алоэ, бей, напуливайте. Сейчас меня. Ну давай. Гимн. Напуливать? Да, да. Ой, нет, там хороший. Уже все. Че, 37-й надо хил, нет? Нет. Там танки были плоу, и бац, и нету. Там тут. Ложитесь, чё. Вставайте под босса, в кого? В одну точку. Куда он бьет, куда кастует это говно. Вставайте в одну точку, он убьет сразу. Можно отойти, пока все помирают? Очень быстро. Можно. Герц, у тебя же есть 4-5? Нету. Нету? Да. Просто, ну, я думаю, ты же видел, когда есть промежутки, когда вот именно нужно еще одну лужу бы кинуть. Противить. А у кого лагают, у вас какие жесткие стоят?
SSD-шки? У меня SSD-шка и после сегодняшнего обновления тут начался вообще какой-то пиздец. Не знаю, у меня не... Просто интересно. Или видюха слабо. Сколько вообще удар проходит? Максимальный по танку. Здесь нет предела. Кто тут за проту зависит? Нет, ну вообще средний, который вы держите максимально без это, без вайпа. 400-ка точно выдерживает все танки. Да, удар в количестве цифр сколько? Там остается вообще 5%, может даже меньше хп. Тысяч по 70 херачит? Ну, примерно так. Где-то по 35 мили атака. Средний 15-35. Тут если еще с прожимками, то поменьше будет. Я просто имею в виду, если в холике 2% минус рядом с колодцем урона будет. Да, это ни о чем, Серёга. Ни о чем. Ну, колодец помогает хилить автоматом. Меня интересует следующая информация. Ресиста у остальных рейдеров, кроме танков, сколько? У МОСа я слышал 3 сотки. Я тут резать. Резист, скажите, сколько у вас резиста в цифрах? От тайной магии. Я могу чарку на наручи кинуть, но... Это, блин, как бы пофигу. Только минус с ПД получится. Сколько у тебя резиста в цифрах? На месте. Спасибо. Если что. У меня сейчас 225 от темной магии. От тайной надо. Так, если не ошибаюсь, 240. 45, тайный 170 у меня. 236, да? Давайте бафайте-то, погнали уж. Потом посчитайте все. Это, бьем сейчас. Короче, на пол. Всем походу резистом. Ману, гермию и бафы мне, пожалуйста. Пришел премиум, нет? Так, из третьей-четвертой группы. На замену кто хочет? Премиум нет. Не, Фарада, не Варик. Че, ты хочешь Настю поменять? Да, хочу Кирсову Лему, а Элбрилу в холле и Настю в лице. Ладно. У кого, вы смотрите, если так. Настя, это тут нет. Извини, у кого это, блядь, приора нету? Посмотри и все. Короче, резист на замену. Кирс Валема. Элбрил, спекайся в холле. Элбрил, скажи, как спекнешься. Короче, такая инфа, что резисты надо всему рейду собирать 250. Почему? На робота. Каким образом? Это очень сложно, у меня сейчас танки вообще 235. И как сделать еще, я без пистона не знаю. Всем по пистону? Да-да-да. У вас пул идет? Нет, сейчас нет, будет. А вы там кого бьете? Робот. Настя, ты где?
Тогда одну вещь скажу только. После того, как ребят закончите, есть КДшка на Халеона сразу же в обычку. Кто хочет, пойдемте после РТ. Все миники убиты, босс чисто стоит один. По фасту можно убить. Потеряю 600 ОД или сколько? 450. Супер, Саш. Я пойду. Не знаю, у меня вот без пистона 330 сопротов. 170 к тайной магии. Ну, отлично, спекуешь. Давайте фулбафы все в рейде. Полин, я буду в 2-2. Угу. Также я на первую перезагрузку, ты на вторую, а там по откату. Хорошо. Сейчас чуть поменьше будут, и Настя больше садится по мане. Короче, на баф пол. Сейчас, подожди. 30 секунд я подтвержу, но у меня еще. Ну ты просто скажи, как будешь готов. Кого сопротом мало времени, лучше перебить. Все, через 10 секунд можете пулить. У кого в рейде нет алхимии? Кого больше всех пробивает? Ник, скажите. Ник, ну мы туда не кидаем уже потом. До зоны печенька ваш кэмп. Валоя на полу. Там справа было. Войда на полу. Войда, ты где? Кого-то на полу. А, вот он, Войда. Дальше Войда на полу. Маги скиньте, а там белые парад. Беги, Войд. Войд, беги. Валой на пул. Порешал Азика. Розария по Войду, давай, сядь. Кто следующий? Алоэ.
после алоэ мы народ. Алоэ, сколько ему народу набирать? Давай я убью вообще. Танки справа будут стоять. Это монорот это вот. Форм. Дар... Да? Ковата, Даркет скин. После ковата войт. Побежали. Алло, и есть таки? Сальву по себе отдал. Ладно, следующий алло. Готовьте все ближе. Массакру отдал. Малый путь. Алоэ. Монорота дальше, алоэ стопать. Пальму по алоэ дайте. Отдал. Монорот забрал. Дальше коват. Алоэ, набирай, хотя сальву отдали, набирай. Фаза, фаза. Нет, нет, нет. Фаза. Ближе ко входу. Прям ко входу. Кроват следующий? Да, монород. РДД в милю. Выше, выше, поднимай. Давай я следую. Зону за. Мили, мили, подходите ближе. Если все, хильте сильно. Именно по нас купить. Настя сухая, дайте мне нервы. Эликс сорвешь. С капли есть? Когда? Последующий карту отдам. Шивы отдал. Давай забирай. Сакру на меня, на снижение дро, давайте. Два старта. Отдал и каплю, и сальву. Нелик сдохнет. Ну сейчас все сдохнут, все, ГП, Нелик. Все, Нелик, все, ГП. Ложимся. Блять, за агро не можете следить за своим. Хуяли, блять, ГП, вы че, блять? ГП.
Слышишь, не ори, ты сорвал. Смотри, Жужик сдох, и кто-то Монород сдох. Ты сорвал босса. И не кричи. Сейчас Неликс танчил босса секунды 3-4, он был в таргете. Сорвал, да. Следите за своим агро. Жужину тоже можем дать где-то. Он был второй по агро. Когда умер там. А как мне следить за своим агро, если он у меня не скидывается? Качать Оман, сделать большим окошечко, если а ты понимаешь, оно не скидывается, один хрен, даже если я не буду стоп, стоять, потом, стоп, когда я буду начинать на бить. ХП в этот момент. Можешь просто стопнуть и не бить. Андрюш. Ты. Хилить помогай. А, Монород, Монород, специально для тебя, посмотри сейчас мой билд, специально для тебя. Просто не бей босса. Ты видишь, что сделал? Я даже талант на агро скачал. И пока дэжму уход в тень. Это понятно, но оно у тебя фул не скидывается, оно у тебя скидывается на время. Оно 10 секунд стопорится. Так я... Да. Мне если Салеву не дадут, я буду срывать. Так да. Ты понимаешь, что Салева тут на танк? Дальше будешь ГП получать. Дальше будешь ГП получать. Когда я... до твоего... Когда до твоего мозга дойдет уже, то что надо просто стопать и не бить. Андрюш. Да надо таланты скинуть. Не знаю, он у меня в чесе, вы ему там скажите, блин. Талант это... раз, может, дойдет. Андрюш, ты в этот момент мог сдавать гимн на ману или гимн на ХП? У него, вот он кричит, он, я хилю, у него ХП с 3к, а у самого там, блин, меньшего хила 10к. Вот специально для Элдрила, скажите, что я таланты убрал на отхил. Серёж, он тебе передает, буду почтой работать, что он скинул таланты, все нормально. Так, ладно, тут потом бафа. Можно тишину, важный момент скажу. Смотрите, кто сейчас стоит там, вторая, третья строчка по агро. Зачем вы получаете тяжкий удар в рейде? Выбежал вот так вот с рейда и стоишь, афкашишь, пока стоит. Так ты понимаешь, это же талант скачал. Да тихо ты, замолчи. Ты вайпнул рейд, послушай. Выбеги вот так вот и сдохни один, если ты не можешь агро скинуть. А не встоять вот так в рейде и тяжкий вешать на рейд. Что за привычка идиотская перебивать? И рядом с танками не бегайте, потому что уезжу по танке. Танку прав, или тот, кто на перебежке рядом с ним, это дополнительно. Жужину повезло, он от мили атаки умер. А ты от тяжкого вайпнул. Ладно, мальчики, не ругайся. 6 метров вокруг танка, тяжкий удар происходит, взрыв. Лапу дайте. Находиться рядом. Все, когда стопаете, если вы скидываете агро, выходите с рейда на 6 метров, чтобы не положить. Дайте-ка. Короче, вы свою сальву.